Ребята, всем привет-привет, с вами я, Драгин, и сегодня у нас очередное видео каталога Аватар. Как я поняла, вам очень понравилась эта рубрика, и, в общем, вы ее довольно-таки много смотрите. И сегодня у нас будет подготовление к осени, так скажем, потому что, ну, осень уже не за горами, уже поллета как бы прошло. А я очень скучаю по осени, потому что я не любитель лета, честно говоря. Да, возможно, кто-то захейтит, но я не любитель лета. Вот так вот, как-то так получилось. Ну, в общем, давайте начинать. Я думаю, что сегодня я сделаю какой-нибудь такой нежный скин, как всегда, потому что если я буду делать в своем стиле, то это будет все серое, все черное такое, что-то такое. Ну, вы видите мой скин, так что все понятно, наверное, по моему скину. Это мой новый скин, кстати. Короче, сегодня мы должны были снять видео с монстриком по этой же теме, но у нас не получилось. Мы только что переговорили с монстриком, он сказал, что будет позже со мной снимать. В общем, будет другое видео, это означает. Это видео, кстати, выйдет и на нашем новом канале. Обязательно заходите, это канал именно про Roblox Team и только. А то здесь я еще аниме-эдиты делаю всякие, в общем, монтажи, это туда-сюда. Обязательно заходите, подписывайтесь, потому что всем составом мы будем снимать именно там. Но это видео тоже выйдет именно на том канале. Короче, у меня есть заготовочка, чтобы мы могли быстренько... Я то пока сниму эти все аксессуары с меня, это уже будет затянется надолго. В общем. Так, значит, у нас есть тема осень, у нас есть сейчас на улице дождь. Значит, будем делать что-то такое. Я бы хотела, знаете, что-то сделать вот... в этих цветах, но не то чтобы только кремовые, а то я уже устала от кремового. Возможно, что-нибудь нежно-зеленое или, не знаю, голубое, например, с кремовым, или там, допустим, зеленое с голубым или с кремовым. Вот что-то такое. Но, конечно же, я начну с аксессуаров, посмотрю, возможно, будет лица, которая подходит, потому что вот этим... О, как... VIP-сервер умер... Что? Я не прочитала, но, короче, хорошо. Мне уже все равно. Вот вы только посмотрите на вот это вот. Блин. В общем, это просто шикарные вот аниме-штучки появились. Но я сейчас не про это. Давайте посмотрим, как бы, что у нас есть подходящее. Кстати, в каталоге Аватар в последнее время очень сложно найти классическую одежду, да? То есть, получилось как-то не очень. Вау. Вот это вот... Неплохо, неплохо, вот эта маска. Боже, что творится с каталогом? Я не могу, я не знаю почему, но с каталогом в последнее время что-то творится неладное, реально. Это плохо, мне такое не нравится. Блин, толстый милый кот, вы только посмотрите. Блин, няшка вообще. Так, маски всякие. Вот эти маски, кстати, мне очень нравятся. Последнее время, но не думаю, что мы будем их использовать. Мы можем использовать какую-нибудь такую маску. Да, давайте, допустим, пусть будет это. Потому что я не буду сейчас слишком долго затягивать видео, потому что как бы не всем интересно так долго слушать мою болтовню. Будем брать сразу и так как бы красивенько выбирать все. Так, вот эти волосы. Довольно простенько и красиво, но думаю, с некоторыми аксессуарами будет не очень удобно брать именно ее. Так, давайте посмотрим. Тут у меня все почти белые черные волосы, потому что я себе смотрела скин в последнее время. Вау! Это тоже красивые волосы, но не думаю, что... Это больше весенние-летние волосы. Так что давайте посмотрим вот эти. Не знаю, почему я смотрю блондинистые, я бы хотела, ну, коричневые волосы. Вы только посмотрите, чьи волосы я нашла, это Мицури. Ладно, давайте в этом видео не будем про аниме, а то я уже сама устала, подустала по этой теме. Так, вау, вот эти волосы, коричневые, прикольные, красивые волосы. Давайте пока что оставим это. Дальше, одежда. Давайте посмотрим, что у нас тут. По одежде. Вот смотрите, ужас. Просто ужасные вещи приносят сначала. Надо прям конкретно писать, а то, ну, вообще ничего не приносит.
Так, допустим, давайте напишем так. Вау, вот это. Если оно хорошо будет садиться, то оно прикольное. Нет, оно не очень. Но я думаю, что будет покрасивее. Так, вот это, допустим. Нет. Я в последнее время начала вот эту 3D-одежду часто использовать, или как накидку, да, что-нибудь такое. И вроде в моем скине есть, да, в моем скине есть от этого перчатки. Угу. Нашли кремовые штанишки. Они не очень, так что давайте поищем другие. Если будут другие кремовые, то будет прикольно. Будет хорошо это. Так, вау, вот. Что это у нас такое? Не, блин, ну почему? Прям, знаете, такие не очень получается скин. И в последнее время у меня футболочка Nike. Неплохо. Потому что, смотрите, как бы настроения вот этого вайба нету, чтобы создавать новые прикольные, да, скины. А так я вообще всегда по вечерам захожу в Roblox, но там кто-то зашел на сервер, или мне кажется. Да, вроде там кто-то зашел на сервер, и это ужас, потому что если сейчас кто-то будет мне писать и прервется из-за него видео, это будет одно не из самых лучших вещей, но думаю, тот, кто зашел, я не знаю, честно, кто зашел, понимает, что я снимаю видео. Так, давайте напишем зеленое что-нибудь. Потому что на кремовых я, как поняла, ничего не найду. Это что такое, простите? Давайте классическое, пожалуйста. Классическое зеленое. Так. Пожалуйста, классическое зеленое, что-нибудь прикольное. Но... О! Ого. Так. Вот это... Угу. Неплохо. Но нет. Так, я сначала говорю неплохо, но нет, окей. Это, в принципе, прикольно, приколдесно, но это, не знаю, это не под каждый вайб подойдет, да, вот это вот. А если взять такое... Угу. А еще взять что-нибудь... Если написать молоко, то оно поймет, что я хочу что-нибудь молочное. Нет. Понятно. Все с вами понятно. Так, ладно, давайте напишем опять крем. Чтобы оно хотя бы примерно принесло то, что я хочу. Потому что я видела кое-что недавно, когда заходила, а теперь его нету. Но из-за того, что я его не юзала, оно не осталось у меня, и я не могу вот так вот спокойно открыть и как бы взять. Ага. Так, получается какая-то деревенщина, боже. Так, ну не деревенщина, ну да, есть что-то такое. Давайте теперь возьмем какую-нибудь курточку сверху. И получится, думаю, прикольно. Сегодня у меня... Я как-то сегодня вообще не в духе и говорить даже не знаю о чем, что вам рассказать, какие темы на видео вам снимать. Я вообще 3 месяца где-то не снимала или больше даже. А шорты так выкладываю. Ну, потому что, как бы, реально, мне нечего снимать. Я уже все игры переснимала. Но если у вас есть какие-нибудь предложения, возможно, вы можете мне написать в комментариях, что вы хотите. Потому что, как бы, и другого выхода я не вижу. Так, давайте посмотрим. Футболки нет, брюки нет, куртки. Куртки. Ага, куртки. Может быть, кардиган какой-нибудь. Не знаю, даже. Блин, вот когда надо, ничего нету. А когда вот тебе вообще не надо то, что, ну, кремовое, например, да, что-нибудь. Нету, его нету и не будет. А пока ты не зайдешь, и тебе это не будет надо. Вот как-то нечестно. Ладно. Так, здесь, как я поняла, по этому запросу я ничего не найду. Там кто-то скочит у меня на заднем фоне. Это кто-то зеленый? Да, это кто-то зеленый. Это монстрик. Реально. О. Уйди, бузички, какое милето. Так. Давайте дальше. Меня бесит тот... Это монстрик?
Да, это монстрик, ребят, это монстрик, божечки, кошечки. О, секунду. О, а что, так можно было сразу два надеть? Если это снять... Нет, нет. Не, некрасиво получается. Так, мы хотели что-то осеннее. Логично, что я ничего не найду сейчас. Вот это вот. Если оно будет красиво смотреться, пожалуйста. Нет. Опять нет. Вот реально, когда надо, ничего не найдешь. А вот это? Прикольно, но то, что прям в горло залезает, как-то не очень. Так, что у нас другое может быть? Ну, тут свитера не... О, кстати, вот эта фиолетовая кофточка прикольная для кота будет. Я, пожалуй, сохраню ее. Ему, наверное, понравится. Да, такое ему нравится. А если вот это? Нет, зачем одевать снизу футболку, если все равно так? О, я хочу что-то по типу этого. Так. Угу. Значит, мы уже близки к цели, в принципе. Я думаю так. Если нет, то я зайду, возьму то, что я... ну, вот то предыдущее, и покончим с этими мучениями, потому что нам еще выбирать аксессуары. Так. Боже. Короче, спустя 100 лет я не знаю опять, что взять. Так, а если вот это? Укороченное, прикольно. Нет, как будто бы мешок с картошкой. Возможно, если я сделаю рост повыше, то это будет смотреться еще как-то, ну, медиум. Но так брать это я не собираюсь. Мы еще тело выстроим, то модное, вот это, которое, не знаю, кто это сделал, но очень прикольное тело они сделали, типа ноги и талию сделали как-то, но персонажи Roblox, я вообще в шоке. Ну, окей. Так. Я... Ой, собака. А, нет, это белый медведь, боже. А если вот это? Прикольно. Но опять мне не нравится. Так, прикольно, но опять мне не нравится. Да-да-да. О. А если такое что-нибудь? Ну, прикольно, знаете, конечно. Но нет, не то. Не нравится, не очень. Так, дальше смотрим. А если вот такое что-нибудь? Прикольно, неплохо. Но я бы хотела такое же, но, пожалуйста, кремовое. Если есть, конечно. Так, мы быстренько это снимаем и быстренько мерим это. Прикольно, но если я еще что-нибудь такое найду, то я возьму это, а не вот это вот, которое сейчас на мне. Ладно, допустим, хотя бы это. Мне кажется, что слишком пустое лицо как-то получилось. Давайте зайдем в аксессуары и... На... Далее, давайте выберем... Нет, у нас уже ушки есть. А если шапку такую? Мило, неплохо, но... Вот так. Давайте так оставим. Дальше примерим наушники. Нет, они как-то не очень смотрятся. Но было бы прикольно, если бы получилось. Так, дальше смотрим. У меня уже что-то получается, и меня это радует. Ага. И я боюсь, что это видео прям затянется на очень долго. А если такие наушники? Как вам? Прикольно. Давайте оставим. Далее, я хочу все-таки поменять тело, анимацию также, потому что мне не нравится вот это вот все дело, когда... Вот, вот это моя любимая анимация, честно говоря. Анимацию вы можете не брать, а так, в принципе, будет прикольно. Так, дальше, масштаб, пожалуйста, повыше мне сделайте, ширину пошире, глубину поглубже, а голову немножко, вот так. И тип фигуры. Угу. Прикольно. Далее ноги.
И ноги мы возьмем. Ну, вы поняли, короче, какие. Вот такие, наверное. Из-за анимации не видно, что они, ну, объемные. Но, в принципе, давайте вот так вот походим. Так. В принципе. Мне нравится даже. Давайте зайдем в фотозону. Вау, няшка. У нас, короче, получилась вот такая вот миленькая, няшная девочка. Прям осенняя, с осенним вайбом. Да, сначала у нас не очень получалось, но теперь хотя бы что-то у нас получилось. Ну, а на этом я прощаюсь с вами, ребята. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем видео.